Тверские оперативники в Новгородской области задержали 49-летнюю безработную женщину, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности. Женщина подозревается в мошенничестве. От ее действий пострадала 83-летняя жительница Удомли. Поверив в слова аферистки про денежную реформу, она отдала незнакомке 204 тысячи рублей, а взамен получила бумажки банка приколов. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений. 1 марта в одном из ведущих хозяйств Тверской области ЗАО «Калининская» инспектор гостехнадзора провел государственный технический осмотр сельскохозяйственной техники. В хозяйстве у нас больше 40 единиц сельскохозяйственной техники, тракторов. И столько же прицепных орудий. Этим трактором управляет механизатор с почти 50-летним стажем Владимир Татаринцев. Трактор «Терион» АТМ-3180. Насколько по качеству хорош? Наш отечественный? Ну, сборка наша отечественная, тамбовская. Трактор очень хороший. Все сделано для людей, чтобы человек работал, отдыхал. Техосмотр на территории Тверской области инспектор гостехнадзора проводит в два этапа. Март и апрель проверяется техника, задействованная в весенне-полевых работах. В июне – уборочная техника. В данный момент идет подготовка технику к весенне-полевым работам. Проверка технического состояния в целях обеспечения полноценного выполнения поставленных работ в весенне-полевой период. На сегодняшний день в агропромышленном комплексе Тверской области зарегистрировано свыше 4500 единиц техники. 90% такой техники ежегодно проходит технический осмотр. Вот этот трактор, вот сейчас вы посмотрели, все нормально? Да. Данная техника полностью готова для проведения весенне-полевых работ. В рамках акции, стартовавшей на территории Тверской области в преддверии Дня образования войск Национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Росгвардии проводят в школах встречи с детьми и подростками. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии провели открытый урок и организовали показ специальных средств и учебного вооружения для воспитанников подшефного кадетского класса Росгвардии в 16-й средней школе Твери. Проводить такие встречи в преддверии Дня Росгвардии стало доброй традицией.